Дружественные наставники, свобода мышления и поддержка творческого потенциала. Высочайший уровень профессоров и преподавателей из Кыргызстана, США, Китая, Индии, Великобритании и Канады. Показатель трудоустройства выпускников 93%. География включает в себя страны не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Созданный чуть более 10 лет назад, Международный университет Центральной Азии сейчас занимает лидирующие позиции среди высших учебных заведений страны. Здесь обучают самым востребованным современным направлениям, например, различным языкам информационных технологий. У нас есть и Python, у нас есть и JavaScript, у нас есть и Java, у нас есть и C-Sharp, и другие языки. У нас обязательно придается большое значение инженерному, так сказать, программной инженерии. Очень важно, чтобы мы могли обязательно, так сказать, следить за принципами алгоритмов, вот, и вот это все получают студенты. Вот сегодня у нас такие глобальные проекты работают в стране. Одна программа называется «Тазаком», а другая программа называется «Тюндюк». Так вот, надо сказать, что одним из самых активных создателей программы «Тюндюк» это является наш выпускник. Минувшую пятницу состоялся очередной торжественный вечер выпускников МУЦА. С этим событием педагогов и теперь уже бывших студентов поздравили вице-премьер-министр Кыргызстана, депутаты Жогорку Кенеша, представитель аппарата президента, замминистр образования Кыргызстана, мэр города Токмак и послы США и Украины. По словам основателя университета Камилы Шаршикеевой, вуз такого масштаба был открыт в городе Токмак не случайно. Не все лучшее должно находиться непременно в столице. К примеру, библиотека университета готовит электронные версии самых последних изданий учебников. Она управляется программным обеспечением, которое связывает ее с другими подобными учреждениями мира, к примеру, с библиотекой Конгресса. Лидирующие позиции университет занимает и по соотношению количества компьютеров и учеников, пользующихся ими. Большое количество учеников заведения – выходцы из сельской местности. Именно поэтому особое внимание уделяется индивидуальному подходу к обучению каждого студента. Я очень сейчас взволнован и на самом деле рад, что я закончил именно МУЦА. Здесь я получил самое высшее качественное образование от самых лучших преподавателей всей страны. И на самом деле я думаю, что я готов дальше познавать, дальше развиваться и применять те знания и практические, и теоретические знания, которые я получил в этом университете. Профессиональное образование постоянно повышают и сами преподаватели вуза, которые ежегодно проходят стажировки в ведущих университетах США. Планируется, что деятельность Международного университета Центральной Азии в перспективе послужит основанием считать город Токмак академическим городом. Данный университет я выбрал, потому что, в отличие от других университетов, он отличается системой образования. Она получается новая и очень отличается от постсоветских университетов. То есть новая система, преподаватели – все по-другому. Каждый удар колокола символизирует год, проведенный в университете. Церемонию перехода студентов в сообщество бакалавров традиционно провел президент университета Джон Кларк.